Здравствуйте. Поздравляю вас. Здравствуйте. Привет, Саша. Привет. Саша сделал программу, где-то обалдеть здоровски какие. На мозге сохранилось. А мы их раздаем или что? Это кто-нибудь курит? Ты что, мы имеем право их продавать? Нет? Не знаю, я думаю, имеем. Официально, конечно же. Официально нет. У нас будет стоять цилиндр рядом с тобой. Но дарить их за небольшое встречное вознаграждение мы имеем. Это раньше делать. А не более определенной суммы, да? Нет, да, не больше тысячи. Если не купил, не выходишь. И в туалет не допускаешь. Да, 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 ну я просто снимаю. Даниловский розы, Юлия Путильная, Фадзинова, Варвара Колюшкина, Змея Ольга Крикова, Екатерина Кушакова, Лис, Илья Косатов, Король Фамиронов, Чистолюбий Григорий Тимофеев, Федотов, Деловой Человек, Егор Махелов, Андрей Соловьев, Панафьев, Николай Новый Илья Орлик, Андрей Терек и Пески. Все правильно. История, рассказанная взрослыми детей, взрослых, которые не всегда были, что великолепно. Саша, какая программа? Ну давай придем. Нет, не знаю. Слушай, не Саша, сколько экземпляров? 120 штук. Я думаю, я рассчитывал, что детям подарим. Что, Саша, слышал, да, как она вообще говорит? Да. То есть я предлагаю детям дарить только тем, кто хотят, а не каждому пихать. Нет, конечно, они все захотят. Да. А что, мальчик, куда? Да какие пригласить? Куда тебе пригласить? Я одного пригласить не осталось, я бы вам показала. Я твою бабушку знаю, бери программу. Там билеты пригласили, обалденные. Я раздала все детям, к сожалению. Саш, познакомь с барышней. Это Катя. Привет, Катя. Меня зовут Саша, я с тобой. Саш, ну огромное спасибо за сами за программу. Она вообще шикарная. А ты знаешь что? И принц у тебя зелененький, и у нас он зелененький. Саш, а ты знаешь? Как угадал, Алмаз, как угадал. Саш, знал, что он зелененький? Ну я, во-первых, фотки видел. Ага. А во-вторых, я принц на зеленый. Я на основе. Стандартная Давайте мы пройдем в фойе. В фойе? Мы просто сейчас пойдем и покурим. Нет, вы покурите, а мы пойдем в фойе. Куда хотите, разводим. Давайте в фойе. Подожди, покурим. В фойе, подожди. Даш. Не работаешь. Да, я 2 года отработала в школе. Как. В школе отработала? А ты 4 года что ли училась? Нет, 5. Я в 2010-м закончила. Так же, как и я. Потом меня уволили, я оставила себе 2
два там, дня, в общем, сейчас тут. Так все, да? И историей в основном занимаюсь. А что ты закончил? Не только нет, педагогический истфак у нас на Юго-Западе здесь рядом. А, на Юго-Западе, да, да. Вот, и уже сейчас занимаемся фестивалями. Нет. Все, тогда поговорите. Мы выйдем на улицу. Записывайся. Я передаю привет своим родственникам. Хочу сказать спасибо тем, благодаря кому я попал сюда. Хороший формат, кстати. Можно продолжить. Продолжить. Да ты сейчас говоришь. Маленький принц. Ты главное смотри, какая у него штука. Она играет. Куда мы там хотели пойти? Я не знаю. Пойдемте в фойе, куда-то позвала нас всех в фойе. Пойдемте в фойе. Занято, то мы можем ее поздравить либо здесь, но здесь, мне кажется, не круто. Либо в комнате. Чтобы поздравить комнату, нужно раздеться. Да, поэтому мне кажется, ребята, надо всем раздеться. Да, так устанем. Все, начинаем. Хотелось бы за то. Здесь хорошо, Оль, здесь прекрасно, здесь очень квадратно, очень можно посидеть. Надо горшки убрать. Слушай, горшки реально надо попробовать повесить. Мы их повесим сейчас? Ну надо попробовать. А когда ты хочешь этим сделать? В субботу перед спектаклем? Ну? Что, хотите сейчас это делать? Надо попробовать. Да не получится. Ну как не получится? А это не берет меня. Я отобрал Федота Хаушу. Там я сфотографировал. Я все чувствую. Аромат какой у вас, какие таблетки, вот эти после его. И в своем произведении. И плетка еще. На пульсе.
Да, конечно. Дай Бог вам всем доработать до моих лет. И не надоело, чтобы работать, чтобы любить. Конечно, конечно. Ну дай Бог. А кто ли тебя хватит головой? Сейчас Гарич звонили. Ну, у вас ночь уже мне сегодня Гарик звонил, и сейчас там все на разговоре стоят, и Гарик звонил. Слушай, Ага. Толик, ты почему так прищуренно смотришь на меня? Как будто что-то знаешь. Где-то я вас видел. Да нет, еще пока. Вот тут сейчас поздравления, ребята. Мы на одном поселке живем. Дело в том, что... Нам подключили телефон, мне сейчас звонить нам. Вот только сейчас 3 месяца не работал. Давай, мой хороший, я тебя обнимаю. Всего доброго, да? Спасибо большое. Целую, пока. Что там, кто идет? Никто. Кто идет? Там алмаз упал. Да, из того, что было, правда. В этом, ну, теста не было, поэтому... В этом вот подарке лежит то, что вы очень любите. Я недавно стала смотреть какие-то... Я недавно читала лекцию детям про поэзию. И стала смотреть, какие стихи и что я знаю. Зачиталась одним из любимых поэтов, не могла оторваться. И спасибо вам большое за то, что вы нас со многим познакомили и вложили в нас так много, что половина нас, которых вот есть, это все вы здесь. Спасибо, ребят. Спасибо огромное. Это не самое главное. Конечно. Давай ведро поставим. Это все, на откройте, пожалуйста. На прощание. Да, я предлагаю сначала конфет. Оставьте конфет на изведу. Да ладно, что вы конфеты можно съесть все вместе. Это надо резать. Это надо резать. Говорили же, что не надо было проколоть. Нет, так нельзя. Серебряный вет. Нет. Поняли, да. Что надо было дарить? Поэзия каменного века, то есть все. Что ты там? Сейчас разрежу. А я попробую развязать. Аня завязывала. Секретным шифром завязывала. Так, уже шифр. Так, вот. Илюк, я думаю, в третий раз ты все согласился, давай. Видишь, Илья. Все. Илья. Илья. Мне пошло. Илья, с почвоведами всегда так. Вроде кажется, что вот он нужен. Красивый зад. Боже мой, потрясающе. Прям издание прям как старинное. Обалденное.
Спасибо, тем более у меня всего хватит. Они недавно к нам пришли. Стоял, и я вспоминала вас из театральной студии, и я перечитала все Хармса, как раз летели. Вот. Ребят, я пока можно не раздрелить, обалденная. Не буду раздать, чтобы донести домой. Это очень хороший подарок. Подарок вообще мне дали потрясающие книги, потрясающие. У меня, не знаю, блок Цветаева, вот тоже Пушкин, Данте стоит. Это все ваши поэзии, вот эти, да, альманах, которым пользуюсь на работу, а это мне пригодится. Хотя у меня Оля перепечатала. Я к четвертому. Ну не все. Кривина, да, Кривина, не Хармс. Почему говорит? Да, да. Просто маленькая книжечка у меня из огонька есть. Толстенький томик у Ромы. Маленький такой. Ребят, спасибо огромное, с ума сойти. Ура! То есть мы вас так любим? Как я вас люблю. Мы вас так любим. То есть повторюсь, что я сейчас сказала. Дай Бог вам любить свое дело и проработать свое слово. И не разочароваться, и не так сказать, любить его. И ждать. И вот я получаю удовольствие колоссальное от репетиции. Я живу только, я в отпуске заболеваю всегда. Поэтому вот, нет, не только доволен. Даже нельзя сказать, что я уж так урабатываюсь. Я не очень организована, но то, что я вот люблю вас искренне, всех. Всех. Вот Даша, вот вас нет давно, тебя, Полину, Катю. Мы с Катей мы встречались, Полину вообще редко вижу. Рому сейчас вот жду и думаю. Не, у меня только Рома, я думаю, что все старички здесь. А он в пути, он приедет. Серьезно? Да. Вот только Рома, потому что вот эта команда старая, Тимур, Саша, настолько мне, ну я с Сашей мы работаем, конечно, с Мазеем и будем работать, надеюсь. Что-то еще сделаем. Сегодня был проектировщик, значит, все-таки на втором этаже он делает театр. На втором этаже, потому что будет там, знаете, часть крыши будет, веранда такая у нас будет, с навесом, где можно сделать... Можно сделать самоубийство. Кофейню. Будет при фойе. Он театральный архитектор. И он там придумал, что у нас будет вход на втором этаже, спуск в зал, зал ниже. Внизу будет на первом этаже, типа, кладовая сюда, но небольшая, может быть, там 11 метров на... 11 метров на 2, на 3. Ну, метров 30 делают декорации. Он все понимает. Будет, они сделали 26 рядов на 26 мест. Но я сказал, что меньше, потому что нам 156. Будет 100. 105, чтобы у нас было 2 подъема. Для звукооператора, фонари он будет говорить в театре, что, какие там ставить. Но он сказал, что свет будет дорого стоить. Ну пока не знаем. Вот сейчас проект 2 миллиона. То есть там еще для проекта еще обязательно сделать, чтобы там реально, чтобы из зала была трансляция видео в какое-нибудь помещение в нашей репетиции. Я думаю, что это реально. Это обязательно нужно просто ему сказать. Это реально делать. Надо сказать, чтобы он сделал. Потому что иначе... В проекте, чтобы было, да, я даже сделаю потом. Нет, не потом. Это чтобы главное, чтобы в проекте это было, чтобы это потом в смету вошло, чтобы это потом никуда не делать. Чтобы это не забыли. У нас даже будет на втором этаже свой раковина в комнате. Репетиционный только будет углом, знаете, как 57 метров. Площадь, как вот эта, только она будет угловая, вот такой угол. А как же так? А вот так там, может быть, вот так психоз будет из-за этих деревьев. Ну а ширина в нем какая будет? Зал-то будет нормальный прямоугольник, а вот наш реакционный зал будет вот так угол, ну большой, наверное, потому что, наверное, метров 11, да. А так по диагонали вот так. Половина стать лишь. Нормально для репетиции? Я думаю, да. Ну, там будет трапезы, туалет будет отдельно. За второго этажа будет вход отдельный, потому что к нам дети от всех другие кружки, они к нам не будут иметь отношения. Они как раз сейчас полностью не мешают. Ну да, но они здесь будут родители, ну, называются. То есть все-таки на втором этаже, потому что высота 4,5. Mm-hmm. Это хорошее. Ну то есть подъем, да? Нет, в зал. Мы входим в зал, мы выходим в зале на втором этаже. И по ступеньку спускаться вниз. Я говорю, что то есть высоты просто упадут. Да, тут не надо сейчас подъема, но мы не спасем, как везде, а мы... Там Миронов, там где-то бутылку шампанского тебе подарили, достань. Бутылку шампанского. Да, Миронов. Вот на эту сумму.
Давайте групповую фотку. Давай, кстати, да. Давай групповую фотку. Торта нет. Ты не купил? Нет. Почему вы не купили торт? Я пришел сюда есть. Мы не едим после шести. Там еще есть кусочек, если ты хочешь. Один. Это вот эти. Один. Да, да, там где-то у меня остался блюдо. Можно я... Там где-то открытое оставалось. С прошлого года. 10 лет. С твоего дня рождения, я помню, спрятали. 10 лет прошло, я вас всех не видела. Ты все успокоиться не можешь? Да, да, я не могу, я вглядываюсь в эти лица. Да ты приходи чаще. И узнаю, как у них маленькие черты, как там двух, там трех, четырехлетних детей. Да, да, это интересно. Как это? По крайней мере, Саша Миронова. А Миша Толстихин, ты видела вообще? Я его видела, ну, где-то в классе в 11-м он когда был, вот. Давно. Не, но он, ну, вот он, допустим, сильно изменился, это очень интересно. Да. Какой пацан? Ой, блин, давайте мы эти цветочки тоже дам. А вот это наши. Очень красиво сочетание. Ребят, и как же цветы я повезу их тебе поставить? Скажи потом. Это одна сказка. Давайте попробуем. Всех в стене! Повтори шутку еще раз, я только сейчас нажал камеру. Не надо. На самом деле нет, надо говорить. Вот, ты сегодня, я хотел вам сказать, ну пока я снимаю. Мы вынуждены все это слушать. Если бы только так я мог собрать этих людей, чтобы послушать, что я скажу. На самом деле, я хотел сказать сегодня, что втайне я вас называю режиссер человеческих судеб. Это сначала это было шуткой, как бы, это выражение родилось в качестве шутки. Но на самом деле... Как бы потом, через несколько секунд, на самом деле стало понятно, что на самом деле так оно и есть, и то, что вы делаете, оно совершенно лежит не только внутри театра, как бы, а касается всех нас на самом таком уровне, на более базовом уровне. Вот. А театр — это все такая надстройка над нашей такой вот... с вами жизни. Вот теперь даже Москва это признала и вынуждена была включить, так сказать, нашу обитель. Включить песню в Москву. Да. Вот. Я желаю вам здоровья. Спасибо. И похлопаем. Абсолютно такая же. На столе. Нет, нет. Прекрасно выглядит. Так что... Слушай, ну нас построить театр там. У Тобруга и Рома. Театр построят. Вы сейчас проект сделают весной. А где? Здесь, на второй этаж. Ага. У нас театр будет отдельный хлопцы. Это что, вот это маска? Ой, какая прелесть. Ой, какое чудо. Ай, ребята, какая прелесть. Это великолепно. Пираг Карибского моря. Вот. Великолепная маска. Основной. Саша, где ты ее дал? На работе. На работе? На работе? Да. На работе? Ты макрил вдруг? Все тащат с работы. Лари. Я хочу сказать, что будет отдельный. Потом мы мечтаем сделать муниципальный театр. Он будет. Я сейчас уже будем с девчонками резать тряпки. Мы будем шить. Нас будем резать я тряпки, женщины не смеются. Последний срок. Лена будет играть старуху Анну умирающую. Потом будет... Они очень пишут мяч. У нас хорошо уже планы, и это раньше мы застопорились. Сейчас. Я на сайте выложил у нас 10 спектаклей, Тасюн. 10, но наши мало, но это уже нормально. А живых в репертуаре, то есть у нас идет исповедь хулигана, любовь, это нормально, это можно уровень нормальный показывать. Скамейка очень приличная. Я думаю, стеклянный зверинец. Уже закупили мебель, не хрустальную, а стеклянную. На 86 тысяч столики еще купят стол. То есть это будет, ну не на сцене, наверное, в фойе. Нам нужен камерный театр. Я не люблю сцену, потому что там плохая акустика, и там приходится кричать, и люди так не воспринимают, как мы привыкли. Зато очень красиво. А? Зато очень красиво. Мне все-таки не нравится. Ну, красиво на сцене. Со сцены, когда смотришь красиво, когда из зала, мне не нравится вообще. Ну, хорошо, да. Я сидел вот когда на скамейке. Мне было плохо. Нет, когда на скамейке сидел, я пришел в зал такой, что-то не то вообще.
Синий-зеленый. Ну, сам зал? Фиолетовый. Да, сам зал. Сам зал-то это... Рома не видел, что ли? Нет. Как-то мне он не особо понравился. Мы ходили посмотреть. Так, тоже были очень удивлены. Ну, где мы сейчас зайдем с той стороны? Пойдем, покажу. Там только лыжи. И там надо разуваться. Последний просто мне надо ходить. Свет сделал, ну, эстрадное все. Ну, одежда, сцена, все это нормальное. Какие привет. Люди в Голливуде. Здравствуйте. Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо. Спасибо, вы голые. Вы прямо Дин Райх. Вы знаете, Дин Райх, на похороне Есенина, я фотографии не забуду. Мирхольд плачет, стоит. Дин Райх, тоже зареванная. И все грудь открыты. Не про меня, у меня не вся. Спасибо, да. Спасибо, давай воткнем Ром. Вот сюда. Ребят, нет, это цельный просто бомба. Я прямо как звезда. Да ты чё? Представляешь, не вряд ли. С ума сойти. Как мне, куда я так нести? Куда же вы я делаю? Лола сожрёт. Собака. А у вас собака? Большая давно, конечно. За которой летом не съездили никуда. Хорошая, мы её любим. Она выбросили помет хорошая, овчара, наверное, смешанный. Это через закон просто вышел, что надо. Ну, полу, знаешь, как Лена со слезами принесла такого щенка и сказала, все мы забрали, потому что она на овчарку похожа, но она беспородная, конечно. Так есть там время чего-то. Но она умница, и потом мы ее любим, член семьи. Там у меня фризы, конечно, я помню, забрала. Ремонт такой сделали большой, там же нас залили так, что все. Да, да, ну вот это. Как сейчас уже все нормально? Нормально, потому что сейчас нормально. Телефон только в 5-3 месяца платили, не работал, все сломали там. Уже делали. Ну нормально. Ну там собака, поэтому, а здесь крысы. Ну крыс нет, конечно, крысы где-то в коридоре там бегают. В старом моем бывает и сам, там еще половина вещей в узлах. Поэтому нет, я цветы все равно отошел, вот я что-то букет, я же его не поднимаю. Саша донесет. Саша все донесет. А может я здесь оставлю? Нет. Нет, здесь мы можем довезти до сюда, у меня автобус вообще. Я знаю, что автобус, как на тебя точно тоже надежда. Как дела, человек в синем? Ну, пока не родила. Видишь, нарастает, но пока нет. Мы его зовем просто толстяка. Кого? Так что? А ты лысая башка, да пирожка? Я лысый. Везде, да? Нет. Ребят, вы как-то вот сюда. Каждый желает попасть в кадр, да? А, вот это рефлекс тянет. А я думаю, что сюда-то тянет из остановки. Весь лыс паял коллектив. Двух стрел не хватает вообще, потому что я в прошлом году начала восстанавливать. Ты что, две стрелы, вы знаете, что сделали? Нет. Я... Погода красивая. Надо сделать наши фургоны. И отправить их обратно. Очень хорошо оформлено. Да постоянно, сын мой, дочь моя. У меня есть знакомый художник, он потрясающий совершенно, у него просто, у него он очень любит всякие вот эти штучки. Да, солнце коснулось, песчаных бумаг. Как бы, если мы сможем подвести под этот чай, то это можно сделать очень красиво. Чай? Да. И да, это вот я говорю, что можно прямо сделать это оформление, потому что он очень любит это делать. Вот мне нужно просто материал показать, чтобы он... Если мы сможем под это сделать, какой-то бюджет заложить, да, то вообще это можно сделать как бы, ну, с таким вот фирменным. Ну там Борщевинск, он получил какой-то мед, просто без платы. Он закончил его? Да, я хочу первый мед бесплатно. Учился и мои родители, и все врачи, и здоровье. Есть, положили въевший в стол, это покажи. Чуть-чуть понравится. Да, Не знаю. Саша Тупунова привезла, он ездил в Медведково к нам, 9 класса. Чурень такой симпатичный. Сейчас Мишки Толстихин, они Не путай его с Плюта, да? Потому что ты сам на Плюта не путай. Плюта сегодня уже нынче рябал почему-то. Где Женя? Сейчас мы узнаем, почему Плюта тебе рябал. Фамилию там. Другую мне, а не отца.
Ну ты женился или? Где девочка? А ты знаешь, что твоя Варвара приходила с Ильей посплетничать? Нельзя. Кто? Куда похорошела? Она вообще похожа на Илью, я подумала, что ты не Да кто же? Кто это? Я просто помню Валю, она была такая интроверта. Хорошо, вы остались, она хорошо покрошила, да? А мне все равно, вы не ему рассказывали. Хотя так хороша постриглась, мы прям копию, как двойняшки всем сидели. Да. Вот что роды с женщиной делают. В белье превращают. А у нее ребенок рождается сплетни. Так рождаются сплетни. Так рождаются. У нее ребенок, что ли? Да, да. Это ребенка? И замуж вышла. Серьезно? Фамилия? По слухам, не за Ильей. Повезло девчонке. Но Саша живо интересовалась. Ну, мертвый-то интересоваться. Да. Да, симпатичная девочка. Все девчонки у нас красавицы симпатичные. А те, где Орлик с Мироном? Где вы едят, живут или играют? Детский сад. Половина жрет шампанское, половина... Ну где шампанское? Захарова. Нету. Захарова? Знаешь, они закончили. Так еще не поздно. Ты знаешь, работа падает с ног. Ну у них есть... Так до 23. А да, они хотели, но... Там чуть-чуть не дела. Снести ничего кроме всех вообще. Сорвали голоса в прошлом году. Не, можно. А вы кто? Ну, вообще можно. Пирун-то тоже, по-моему. Не, пишите можно. Если мне не изменяет моя клиническая память, то студенты... А где Женечка Рябова? Она где-то болеет. Рябова? Женечка? Где она болеет? Она в уголок забилась и болеет. Там тепло. Не говорю, ты сегодня, что-то вы грустите. А? Что-то вы загрустили. Не, не это просто, наверное, вы задумались о чем? Подождите, я вас перебил, вы говорили, неужели... Не хочется вам поиграть в театр. За деньги, да сам Бог. И герои здесь сидят. Пятерка сразу, раз и все. Совершенно, вот действительно, построим здание и вернем. Так испанно, я не работаю. И заживем. Лена, мечта, конечно, чтобы все получили диплом ГИБС. За 2 года с высшим образованием. На заочном отделении. Нельзя им давать диплом. Это сюда. Сразу разбегутся в Амхат. Ну что ж ты все палишь, что вечно? Потому что профессионально сегодня есть уже Саша, Аня, Коля, Толя, Саша, Федотов. Это уровень абсолютно очень солидный. Оля Кузнецова, мечтаю. Оля Кузнецова вернется, она необычная. Вы знаете, какая она талант? То есть я никогда, честно... А что ей возвращаться? Она там, по-моему, прекрасна. А, да, ну что ей возвращаться? Она будет в Москве играть, значит, театр. А, ну это... Не, ну а что, лучше здесь мамку, чем там котят. Почему котят? Ну кого она играет? Я ждала, она играет из детей. Даже если те же деньги, то лучше, мне кажется, в Москве. Хороших пьесов солидных. Найденова здесь, Ванюшина играет, Людочку, она играет в «Трех сестрах Наташу». Дай бог, в театре люди годами, да, годами живут, в московских театрах и ждут там шестой грипп, играют. А талантливые люди, актеров талантливых больше, чем я помню, дай бог. Я помню, вот «Три сестры» и там вот эти вот роли, вот шестой грипп был. Поэтому Ольга, она очень красивая. Потому она когда делала, во всяком случае, я это не видела, но рассказывали мне люди, кто видел, что она играла глухонемую в Шукшине, Степка, парень, который бежал из тюрьмы, мы даже начинали с Сашей что-то там делать. Она обалденная, там глухонемой. Глухонемая бежала по деревне и кричала, когда брат убежал, его назад вернули, не мог жить. Без воли за 3 года месяца, что я до освобождения сбежал с зоны с дураками, с бандитами, которым чуть ли не пожизненно было. И бежал, чтобы воздух вдохнуть родного. Это же Шукшин. Да, Шукшин, да, Шукшин. А вы на Шукшине же не были.
когда была? Я был. Ну, еще один не был. Кто был? Ты был? Кто был? Я помнишь, хороший какой? Мишка обалдел. Мишка пустит вообще. Да хороший был и микроскоп, хороший. Шушин вообще обалдел. Вот Мишка жалко, что что-то он перестал ходить. Он работает, он уже, только за праздниками. Да. Он только начал, он стал прикольным и сразу свалил. Только актерский вырос. Да, он стал пуском прикольным. Он с Верочкой нашел. Что ж, он не здесь? Очень хорошо дружит. У Верочки так чита. А вы знаете, что я с ним, вы про Толстихина же сейчас говорили, я с ним тут по работе пересеклась. Я с ним тоже пересеклась. Нет, тут очень смешно было. У нас на работе есть, ну там, не просто почтовые адреса, а группы, в которые там включено несколько человек. Мы там что-то ездим. Ну да, я с ним вместе Егор, Илья Егор, во сколько мы в субботу собираемся? Во сколько хотите, если мы... Саша должен пойти к педагогу на главе, потому что у него экзамен 19. Он должен сказать, Саша, во сколько у тебя урок? Во сколько будет? Во сколько урок? Во сколько урок на школу не пойдешь? Сколько урок в субботу музыки в главе? Два. Я буду с ними говорить, без них. Когда мы будем? Когда мы будем ставить? Я хочу Нужно было, чтобы было за что пощупать. Это же кости сплошные. Лесников наставил уже, Миша. Щупай кости, я не понял. Защиску ты дал. За что? Да, и компромат. Я это снимаю, представь себе. Лето у меня занято. Это какой месяц? Июнь. 28, 29, 30. В мае, если